Вот такая внешняя сторона.
результаты. Она уже поздравила своего соперника. Я не ждал бы, так сказать, этого результата еще и потому, что мне казалось, что вот эта возможность... Ты думаешь, это стоит ли? Потому что может быть, даже те страны, которые уже в НАТО, оттуда побегут? Потому что... Голосов под свои знамена. Она и на прошлых выборах собрала 20 миллионов. Я имею в виду прошлых, она первый раз избиралась Обама.
Yeah.